Здравствуйте, мои дорогие зрители. Перед Новым годом почта сработала хорошо, и я получила посылочку с AliExpress. Одну, хотя у меня там три еще в запасе, и они где-то в Минске находятся. Ну, хотя бы одну мне сегодня принесли. Давайте распечатаем, посмотрим, что же там в этой посылке. Что-то очень мягкое, как бы-то это не порезать. Так, сейчас мы тут подцепим. И, наверное, надо разорвать, иначе что-нибудь я там, видите, там, там даже не запечатали, не упаковали. Не упаковали ничего. Вот так я разорвала. И то, что в посылке, даже не упаковали в целлофанчик. Ни в пакетик, ни в какой. Просто засунули в этот вот верхний пакет, и все. Минус. AliExpress вам минус. А здесь вот такая вот повязка. Я, девочки, шапки не ношу. Но иногда, может быть, зимой будет очень холодно. И я решила, что мне вот такую вот повязку мне надо себе заказать. Хотя я умею вязать. И всегда все вязала, но сейчас что-то мне очень лень этим заниматься. Поэтому посмотрела, качество у нее такое вот, на вид было на картинке нормальное. Ну и вот сейчас я все это прощупываю. Очень приятное, не колючее. Я боялась, чтобы главное было не колючее. Вот такая вот повязочка, она вот здесь вот сшита. Но тоже все сделано очень хорошо, аккуратненько. Торчат вот такие вот ниточки, но это же лучше их не обрезать, а то вдруг начнет распускаться. Вот такая повязка. Всего она стоит что-то $2.50. В общем, $2.50. Выбирала я розовую. Боялась только, чтобы она не была очень яркая. Вот. Косичкой такой вот связана. Прекрасная повязочка. Надеюсь, я буду ее носить. Ну вот я одела повязку. Вот так вот. Обычно я хожу с челкой. И поэтому повязку я одела вот так вот. Но сейчас я уберу челку, и вы посмотрите, как мне лучше. Потом напишите мне в комментариях, как мне носить. Ну, а вот так вот будет без челки. Непривычно. Ну, может быть, так лучше будет. Правда, наверное, будет потом лоб. Повязка шерстяная. Может, лоб будет потом чесаться от нее. Но посмотрим. Может быть, и морозов не будет, и носить ее будет некуда. Но вообще повязка очень приятная, мягкая. По объему головы она подошла, и она даже подойдет, я думаю, что если у кого-то побольше голова. Цвета там разные есть у продавца. Можно выбрать и белые, и черные, какие только вы хотите. Ну, вот я выбирала себе вот такую вот розовенькую. Ну, вот и все. Я вам обязательно ссылочку оставлю. Если вам понравится, вы можете заказать. Ну, а с вами была Галина.